цвета были синий, в конце где-то ближе синий, желтый. Дальше, ближе к самому концу. Самопроизвольно расширяется. Интеркалят распадается? Самопроизвольно? Там мы интеркалируем пероксиды серной кислотой. Как? Пероксиды серной кислотой. То есть берем пересульфат аммония серной кислотой. Вместе с окислителем. Пересульфат аммония у вас как окислитель? В качестве окислителя, но избытком также и внедряется. Микрофон, пожалуйста. Да. То есть пересульфат анион, он служит как окислитель, и он же как интеркалант. Он внедряется. Пересульфат анион, да. И что дальше? И дальше он распадается между слоями, выделяется кислород. Сам по себе распадается? Сам по себе. Из синего превращается в желтый. Да, он термически нестойкое, это соединение. При стоянии просто? Просто сколько времени на это уходит? Ну вот при 40 градусах это 2 часа. При 100 градусах? 40 градусов. 40 градусов. При комнатной температуре это несколько часов. Обычный. А какая стадия интеркалирования? Первая, вторая, третья? Значит, мы пытались этого определить. Но стадию интеркалирования здесь определить невозможно, потому что это соединение расширено, оно рентгеноморфно, оно не кристаллическое. Потому что ведь желтая стадия, это значит, уже произошло окисление. Образовался оксид графита. Но это не оксид графита, потому что не в воде. Потому что оно при восстановлении водой оно дает исходный графит в той же массе. То есть это не оксид графита. Мы пытались определить степень окисления графита в этом соединении. Но появление желтизны – это самый верный признак. Но мы пытались определить степень окисления графита. Это соответствует примерно С7-64-. Вы назвали удельную поверхность 2800 и даже 3000. Как это согласуется с теоретически максимально достижимой удельной поверхностью графена 2600 там с копейками? Ну, это какая-то эффективная поверхность. Есть множество работ, десятки работ по щелочной активации разных форм углерода, которые получаются даже больше. Но они все неправильные получаются, потому что не может быть больше предельно допустимого. Ну, какая нам-то какая разница? Правильно или неправильно? Ну, как это какая разница? Измерение по бету, объем пор фактически, потом некая эффективная. Неправильная. Это сотни рабочих по этим измерениям, и получаете 3000, 3500, мы получали когда-то даже 6000. Ну можно и 5000, и 6000 получить, да, но что это такое? Ну это, я говорю, некая эффективная величина, которая, по-видимому, зависит еще от капиллярной конденсации азота в этих порах. Точно тут сказать невозможно.